Так, шановні сябры, дякую великі попередній нашій панелі, де виступали такі чудові перекладчики і поети. І ми трошки розбавимо поезію прозой, тому що зараз неузабаві почнеться нова імпреза. Нова імпреза, зв'язана з виходом на білоруську мову книги такого досить істотного зараз письменника, як Кірчбаум. І я запрошую перед усім на сцену перекладчика, видавця Сергія Шупу, який, ну, по сутності і зробив гэтую книжку, каб яна змогла вийти по-білоруску. Ну і так само запрошаємо автора. Добрий вечір усім, кого ще тут не бачили на протягу цього дня. Я почну з читання короткого текста. Каб ви відчули, що це за книга. Надійного барометра Білорусі нема і ніколи не було. Великих навальниц і перепадов атмосферного тиску не передбачалося. Ніхто не мог предказати того, що здариться. Ні соціологи, ні політики, ні поети, ні Захід, ні Кремль, ні самі білоруси. Весной 2020 года их вынесло на улицы Минска до інших городов Украины с саморобными плакатами и песнями, с самотужным натхнением и верой в худкое вызволение. Сумленные выборы были политичные метафоры и метонимией будущини. Надея так само была на боку белорусов. Яны крочылі ў будучыню, дэманструючы рашучасць і радасць. Яны рухаліся ў будучыню. Будучыня падавалася дасягальным плодам, што спее з умоўнасцяў і умову, якія вызначаюць сучаснасць. Будучыня падавалася працэсам і праектам, пры які мараць, які плануюць і выбудоўваюць. Што адбылося пасля, все мы добра ведаем. Про тыя падзеі, якія адбыліся ў Беларусі ў 2020 годзе і на пачатку 2021, напісаная гэтая кніга, напісаная на форме эсэ, я б сказаў, філалагічных, філазофскіх, якія проста назірае, у якіх назіраецца падзеі ў Беларусі з дзвюх адрозных перспектываў, перспектывы ўнутранай беларускай і перспектывы знешнього назіральніка, чалавека Захаду. Аўтар кнігі Генрых Кірчбаум, нямецкі філолог, славіст, даследнік літаратуры. Я думаю, ён удакладніць, калі я штосьці тут забыўся. Чалавек, які мае карані, паходзіць з валынскіх немцаў, мае карані і ў Беларусі, таму ён як бы дома адначасова адчувае сябе ў некалькіх месцах. Я папрашу яго зараз, можа быць, дапоўніць маё такое кароткае яго прадстаўленне і сказаць, што падштурхнула цябе на напісанне гэтай кнігі. Я мушу дадаць яшчэ, што кніга эта выйшла год таму па-нямецку. Гэта яе беларускі пераклад. Так што гэтая кніга ўжо знайшла свайго нямецкага чытача і вось цяпер прыходзіць да беларускага. Калі ласка, Генрых, табе слова. Дзякуй. Апошнім часам у мяне не было шмат мажлівасці досвіда размаўляць па-беларуску для таму, і беларуская, як сказаць, размагніцілася, і таму буду размаўляць па-расейску. Ну, я буду пытанні задаваць па-беларуску. Так. Ты цудоўна разумееш. Книга возникала в сентябре, да,
сентября 2020 года по где-то конец марта 2021 года. Книга возникала разножанрово и по разному поводу, в том числе, с одной стороны, в сентябре нужно было уже на Западе напоминать о том, что происходит в Беларуси, потому что красивые картинки ушли и про Беларусь забыли. И некоторые вещи, некоторые эссе писались как статьи, как эссе для немецких и швейцарских газет и журналов. Многотиражных или и в том числе малоизвестных каких-нибудь церковных вестников даже. То есть так возникала эта книга, еще тогда не как книга, а как просто отдельные тексты, в том числе выступления на демонстрациях диаспоры, в церквях во время молебнов за Беларусь, потому что в том же Берлине каждую неделю с августа до сих пор происходят молебны за Беларусь и политических заключенных в Беларуси. Расскажи, пожалуйста, что означает это название? Это слово «бриколаж» как бы у белорусской литературы, махчима, встречается один из первых разов. Что это значит, и чему эта книжка так называется, и чему эта назва отрознивается от немецкого первого выдания, которое в перекладе звучит «Революция терпения», и белорусский приколаж там идет как под заголовок, как бы додатковый заголовок. Бриколаж как бы и в немецком языке, и в других языках тоже слово не самое распространенное. И бриколаж означает использование подручных средств, делание чего-то из того, что сейчас есть здесь и там, без того, чтобы пойти в архив, в сарай, в магазин и так далее. И мне кажется, что это то самое, что происходило в 2020 году в Беларуси, когда люди не из ничего, а наоборот, как бы из того, что было под рукой, в том числе под какой-то дискурсивной рукой, сделали эту революцию. И мне хотелось, в том числе и в моих текстах, прорефлектировать это, и в том числе прорефлектировать тот какой-то кризис научного «я», который в этот момент у меня происходил. А чему название «Немецкая революция терпения» тебе подалась непридатной для белорусского выдания? Не знаю. В январе 2021 года вышел кусочек, фрагменты этой книги вышли на Абдираловиче, и они вышли именно под этим названием, и люди, которые мне дороги, сказали, что это очень хорошее название, и которое в немецкой версии в главном заголовке «Беларусь» бы и не сработало, может быть, уже в 22-м году. А здесь мне показалось, что о терпении белорусы знают и без меня достаточно, а про бриколаж меньше. Скажи, у какой ипостаси тут выступает автор? Он литератор, он филолог, он историк, он философ, он публицист. Как бы ты эту свою роль удокладнивши назвал? Одна из как бы тем, в том числе этой книги, о том, что мне показалось, чувствовалось и думалось в 2020 году, что никакой экспертизы по Беларуси нет и не может быть. И вообще голос эксперта, знающего, что происходит, откуда и куда это приведет, он может только лгать или спекулировать. И мне этого не хотелось. Наука, ни антропология, ни филология, ни культуроведение
не догоняли, не дорастали до того, что происходило здесь, мне так кажется. Здесь я имею в виду Беларусь реальную и виртуальную. Але ты, напевно, сачыў за тым, як асвятляюць гэтыя падзеі беларусы, як яны аналізуюць, як яны каментуюць, якія рэфлексіі яны нараджаюць. Наколькі твой пункт гледжання адрозніваецца ад іх? У чым твае тэксты, у чым твоё ўспрыманне сітуацыі адрознае? У чым ты з імі, скажам, не згодны? У чым бы ты іх падправіў? Чаму бы іх тых подказал нечто с досвіду, с іншой перспективы, с іншого ракурса. У чем ты разыходишься с белорусским поглядом на те подеи? Может быть, это даже не расхождение, а такой, скорее, сдвиг. Ведь Беларусь — это, с одной стороны, конечно же, судьба и ответственность. Но мне кажется, что Беларусь — это не только долг и удел, но и выбор. И у меня, я в этой теме как бы все равно всегда себя чувствовал безродным самозванцем, хотя, как уже упомянутое, какое-то родство есть через по материнской линии с Витебщины, но в 2020 году Беларусь ведь говорила не только про Беларусь. Это было и послание во весь и на весь мир, в том числе о том, что речь идет о... Что эти выборы на самом деле метафора настоящего вообще выбора как главного действия в жизни человека и общества. И что за всем политическим стоит этическое, и что, конечно же, было важно для белорусских протестов, и чего я не знаю в других протестах, это то, что за этим этическим не было никакого морализма. Белорусы не совестили друг друга, не говорили друг другу, что надо делать. И это отличало их от других советников из ближайших, близких, соседних стран. По-твоему, это добро или дрянно? Что отбывалось так? Я думаю, что это очень хорошо. То есть сейчас постфактум кажется, что что-то упущено, все мы умные потом. А тогда было важно это уважение, этот респект перед близкими и перед всеми, кто тогда вышел в Минске, кто тогда вышел в Берлине, кто вышел в Варшаве и так далее. И все были в хорошем смысле горизонтально равны, не было героев. Потому что, опять же, соседние страны, они не могут без героев. А в Беларуси героев нет. Нет иерархии героев, по крайней мере. Скажи, калі ласка, вось книжка вышла у Нямеччыне, уже мела некую читацкую аудиторию в Нямеччыне. Як ты думаешь, на кольки можа адрозніваться рецепция этой книги у нямецкамоўнай аудитории и ось у аудитории, якая сёння атрымала этот текст, беларускай? На кольки розны може быть погляд на эту книгу, на той текст, что ты написал, на кольки розные будут водгуки и реакции? Я могу только гадать, но мои, в том числе белорусские друзья, которые знают немецкую книгу, они ее отказываются читать, потому что им горько сейчас. Читать она... Самое страшное было уже в марте 2021 года, когда приходилось переделывать глаголы в прошедшее время. И я где мог, я пытался спасти любой глагол, оставить его в настоящем времени, как будто все продолжается, или когда все продолжается. Но где-то это уже было невозможно, где-то уже что-то было сгублено другими, понятно. И для немцев это, для западного читателя, это книга напоминания и предложение
посмотреть на Беларусь как событие. А для белорусов это может быть напоминание совсем о другом, в том числе на другом языке, не на том языке, на котором это все происходило, я имею в виду в переносном смысле языка. Это может опять напомнить о... Одним словом, нет, это не предложение не читать эту книжку. Как бы, тем более в ней очень много фантомных радостей. Скажи, эта книжка не есть депрессивная книжка, она... Нет. Мне кажется, это очень радостная книжка. Это книга признания в любви к Беларуси. Мне так, она так не задумывалась, а так писалась, потому что любовь же не задумывают. Я зараз запропоную вам послушать еще один урывок, один из моих самых любимых текстов в этой книге. Это раздел... Гэты тэкст называецца «Беларускі бідэрмаер». Задоўга да 2020 года я думаў напісаць кнігу «Беларускі бідэрмаер». Бідэрмаер – гэта утульны, мірны, мяшчанскі стыль мастацтва і стыль жыцця, які запанаваў у Европе пасля наполеонаўскіх войнаў і працягваўся па сутнасці да канца 19-го стагоддзя. Беларусь з'явілася на дыскурсіўным гарызонце якраз у перыяд росквіту бідэрмаеру паміж двума паўстаннямі 1830-га і 1863-го гадоў. Бідэрмаер – час абывацеляў, абжывацеляў і нажывацеляў побыту і дабрабыту. І адначасова эпоха дылетантаў, аматараў і энтузіястаў. У вуснах крытыка дылетантызм паняцце ацэначнае, яму супрацьпастаўляецца прафесіяналізм. Прафесіянал, па сутнасці, і абвяшчае сваю прафесійнасць, называючы канкурэнта самавука дылетантам. У называнні каго-небудзь дылетантам, нават калі гаворка ідзе пра мастака, аматара, заўсёды жэст сцвярджэння сваёй улады, заўсёды палітыка, а там, дзе палітыка, там стратэгія і тактыка. Але ўсё кардынальна мяняецца, калі дылетант становіцца ўсвядомленай саманазвай, пазіцыяй, калі, вазьму прыклад з літаратуры, ты ў саміх вершах ці ў суправаджальных тэкстах да іх называеш іх аматарскімі, аказіянальнымі, нібыта без прэтэнзій на месца ў цэнтры літаратурнай сістэмы. Нястомныя, гарэзныя і празорлівыя фармалісты сказалі пра гэткае дылетантызм як прыём. Дилетант гібее на периферії системи, у центрі професіонали, там завсюди все рухається і бурліть, але часом бурліть на місці, і коли з'являється тавтологічне топтання, застой і запит на обновлення, то центр звертається до периферії, вибираючи потребне для себе на складі дилетантських виробів. Ян Баршчевський збирав у 1840-е годы на Білорусі різні страшилки і неверогодні історії, і выдаў іх у сваёй дылетанцкай у двукосі мультыжанравай кнізе «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Час Літвы, як занадта шырокага рэгіянальнага самаабазначэння, сышоў. Захацелася спецыфікацыі, у назве з'явілася «Беларусь». «Беларусь» у Баршчэўскага сваё чужое, народнае як экзотыка. Кніжка расказвала пра Беларусь, але была напісана па-польску, хоць ёй і шмат беларускіх слоў і абаротаў для каларыту і аўтэнтычнасці. Па-беларуску чытаць яшчэ не было каму. Іншы таленавіты літаратар-аматар тых гадоў – Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Ярослава – гэта жонка Генрыха, Ярослава Ананка, таксама літаратуразнавец, перакладчыца гэтай кнігі. Ярослава калі-небудзь напіша пра яго кніжку – бядовы аферыст, які падрабіў нават свой радавод, Марцінкевіч вырашыў падрабіць і Беларусь. Адважыўся на яшчэ больш шустры і жартаўлівы крок. Нібыта па-дылетанцку пісаць на абедзвюх мовах – польскай і беларускай, часам змешваючы іх, часам чаргуючы. Білінгвальны бленд-блеф. Яму, як і Баршчэўскаму, было не да нацыі. Гэта быў вясёлы аперэтачны перформанс яшчэ не літаратуры на яшчэ не мове. Але жарты жартамі, макаранізмы макаранізмамі, тарасамі на парнасе, іншы прыклад дылетантызму той эпохі. А беларуская мова прышчэплівалася, і сама Беларусь пазначалася на карце. Гэтая карта была літаратурная, а не нацыянальная. Аднак паэтычная хутка можа перайсці ў палітычная, што і адбылося ў наступным пакаленні. Дылетантызм сустракаецца ўсюды, ў літаратуры і мастацтве, ну і, вядома, ў навуцы. У ёй з 19-го стагоддзя,
калі навука набралася дастаткова фанаберы і строіла з сябе жрыцу адзіна правільных ведаў, да дылетантаў або проста ставіцца негатыўна, альбо пыхліва паляпаюць гэтых ангажаваных самавукаў аматараў па плячы. Археолагі дагэтуль зайздросцяць, мабыць, самаму вядомаму дылетанту ўсіх часоў і народаў Генрыху Шліману, які паверыў Гамеру на слова і адкрыў Трою. Яго аблаяваюць, што не так капаў і падчас раскопак больш змяшаў і зламаў, чым знайшоў. Гэта зайздрасць прафесіяналаў. А яшчэ раней, пакуль Шліман чытаў Іліяду, энтузіасты, філолагі і фалькларысты ад Вільні да Палесся шукалі і знайшлі сваю Трою. Беларусь. Гэта толькі пачатак тэкста, такі самы прыгожы да канца. Я б хацеў яшчэ запытацца ў Генрыха. Ты чытаў, ясна, і пісаў свае тэксты па-нямецку, чытаў пераклад свайго тэкста, ці ты сябе пазнаеш у гэтым тэксце? Наколькі ты сам перажываеш свой нямецкі тэкст і наколькі гэта перажыванне адрозніваецца ад гэтага? Якога Генрыха ты ў гэтай кнізе бачыш? Я читал очень придирчиво, как переводы возникали как бы у Ярославы в разное время по разному поводу, и я переспрашивал каждое слово, каждую свою или ослышку, переспрашивал каждый, на мой слух, русицизм, каждый полонизм, и Ярославе пришлось убеждать меня, что нет, это белорусизм, а не украинизм, например, тоже. То есть это на уровне лексики. А на уровне синтаксиса это очень тоже важная вещь, как мне кажется, и в этой книге, и в том, о чем эта книга. Потому что, мне кажется, вообще Беларусь, она больше про синтаксис. Смысл возникает в синтаксисе там, а не наоборот, где-то берется готовым. Этот синтаксис местами ломанный, здесь более эссеистически льющийся, а в некоторых местах заикающийся, как бы в книге передан. И как раз мне трудно судить, насколько эта книга звучит по-белорусски, а звучать она должна, потому что там не должны быть, и по крайней мере, это моя надежда, что там не только мысли, потому что мыслям грош цена, если они не звучат. Вы почули, как она гучит, как на вашу думку? Гучит она по-белоруску нормально? По-моему, Генрых у своей белорусской ипостаси, мы читали это с женкой в голосе по-немецку, всю книжку, как проникнуться, как все. И... Но это заслуга и Ярославы, и вас, как очень деликатных редакторов, которые сделали из белорусской книжки белорусскую книжку. Причем я мушу признаться, что некоторые немецкие тексты мне были больше зрозумелые, чем белорусские. Я не ведаю, откуль такі парадокс бярэцца. Скажы, што тут, чаго тут больш? Філалогіі ці філасофіі? Ці чагось яшчэ? Наверное, все-таки филолога вам из меня не выкорчевать до конца. И при всех философских каких-то кренах этой книги меня интересовали, в том числе и интересуют вещи, связанные с какими-то поэтическими категориями, потому что то, что происходило в Беларуси, имело не только свою прагматику, но и свою поэтику со своим пониманием, которое развивалось и формулировалось во время протестов, пониманием событийности, очень уникальным пониманием событийности, с ее разножанровостью. А ведь это были времена, вот сегодня выступала Ольга Агапеева, которая уходит частично в эссе. И помнится, вот в 20-м году, в 21-м проза эпическая вообще не работала. И Бахаревич признавался в своем косноязычии в этот момент и писал эссе про фашизм. То есть работали эссе, работал дневник, работали стихи. Но не работала
не работал рассказ, не работало описание, тоже не работало. То есть ни нарация, ни дескрипция, а какие-то строки аффекта, но не бессмысленного аффекта. И осмысленные строки осмысленного аффекта. И я их попытался здесь частично сформулировать, но акцент на этом выдает все равно филолога. Ну, я мушу зазначыць, што тут якбы ёсць некалькі тэкстаў, якія аналізуюць канкрэтна беларускую паэзію. Тут адным з герояў кнігі у якасці аўтара з'яўляецца і Дзіма Строцава, які тут сядзіць, і Вальжына Морт, якая сядзіць недзе зараз за дзясяткі тысячаў кіламетраў у Амерыцы. І ёсць у гэтай кніжцы і некалькі вершаў, як я разумею, супольнага аўтарства Генрыха і Яраславы. Вось один из них я зачитаю их в образ Беларуси. Ярослава Ананка, Генрих Кіршбаум, Каспар Хаузер. Ці все ведают, ці памятают этого персонажа с европейской истории, такого загадкового хлопца, якога знайшлі і так і не разабраліся, адкуль ён узяўся, і вакол яго было шмат пытанняў, ніводнага адказу. Каспар Хаузер. Эпіграф «Беларусь, безмоўны, знайдыш Еўропы». На сёмуху у 1828 годзе у горадзе механічных музычных прылад, гадзіннікаў і змярцвелых лялек на рынкавай плошчы знайшлі падлетка. Незнаёмец хістаўся, бы шыбенік, сиротливая марионетка на друзлых ногах, его пальцы торчали с ботов, подбитых ржавыми цвиками, подкованных бы конские копыты. Под им гранатовыми зернятами, зубами выдертыми с крывёю, колывалися камяни бруку, у руце он тримал лист. Это Каспар Хаузер, коли стане дорослым, отдайте его у 6-й кавалерийский полк. Дзікаватага дзівака навучылі хадзіць, размаўляць, разважаць, маляваць садавіну. Яго дапытвалі і разглядалі, як кенгуру ці гіену, пужалі стрэламі, рогатамі, агнём, вымяралі дыяметр галавы, лічылі зубы, мацалі спіну, быццам ён быў пародзістым зверам, сабакам альбо канём. Хто быў гэты жывы выкідыш людства, бязмоўны знайдыш Еўропы, носьбіт іхных карыслівых мар, выкрадзены з калыскі, кроўны спадчыннік трона альбо лоўкі клоун, таленавіты махляр. Заступнікі і разявакі з замілаваннем любаваліся яго першабытнаю дабрынёй. Абралі паданне, у якое ён паверыў сам, пра маленькага прынца ў цьмяным падвале, у сырасці і самоце, калі яго адзінаю цацкаю быў паламаны драўляны конь. Ён адмаўляўся ад малака і мяса, еў толькі хлеб, піў толькі ваду, пакутаваў ад правалаў памяці, прыпадкаў скрухі, марыў стаць вершнікам, і халодны зацішны склеп здаваўся яму мілейшым за навязаную свабоду. Яму прышчаплялі свецкія манеры, прывівалі асновы веры, няздольны быў зразумець, як яго любілі і прыніжалі. Ахвяра грамадскага жалю, ён меў прытуплены парог болю, на адлегласці адчуваў жалеза, нават у сябе за спінай. У 1833 годзе, напярэдадніх золкіх каляд, чалавек у чорнай масцы выціў яго пад грудзі доўгім ножом. 3 дні крывавіла смяротная рана. За акном сутаргава хістаўся сад. Скажы, як вы ўбачылі ў Каспара Хаузера вобраз Беларусі? По-моему, это был я. Я какое-то время жил в Баварии, где мы и познакомились. Да, мы познакомились в Пассау, а в чуть-чуть выше, севернее, как раз и находится Франкония, в которой я часто бывал, и где история Каспара Хаузера еще жива и не стала туристической
легендой. А история больная, страшная и до сих пор никак не раскрытая. И я не помню, какой белорусский текст мы смотрели, в котором кого-то из, может быть, из современных поэтов, в котором появилось слово «найденыш», «знайдыш», да? И вдруг меня осенило, что это про это. Тем более, что это в том числе и про Беларусь. Что Каспар Хаузер — это олицетворение, персонификация в том числе. Одна из Беларуси, которая в эти же времена появлялась на какой-то ментальной карте Европы. Ці ёсць надзея, што эту Беларусь чакае крыху іншы лёс, чым Каспар Хаузер? Это по-любому. По-любому. И тут все уже свершилось, в отличие от Каспара Хаузера. Один из тезисов, или тезис – нехорошее слово. Одно из положений или мыслей и надежд этой книги, что Беларусь необратима. И никакие темные силы, люди в маске, внутренние люди, или которые придут с востока, они или пришли, они уже ничего не могут. Они не могут прекратить эту сборку, эту инфраструктурную самосборку белорусов, которая не имеет ни аналогов, ни против нее нет средств. Она продолжается в Беларуси, хотя все переключилось на режим полета, как самый щадящий режим. Потому что надо щадить себя, других, и в том числе щадить тех, кто, если ты не будешь себя щадить, должен будет носить тебе передачи. И сама сборка продолжается здесь, в Литве, в Польше, в Германии, в диаспорах. Готовятся, проектируются, думаются, обсуждаются какие-то структуры будущего. А те, у кого власти, кто убивает, у них, у обоих, кстати, у обоих этих типов, у них вообще нет даже никакого видения и видения будущего. Они без будущего. И это не громкие слова, у них есть прошлое, которым они дорожат, которое они в своей кухонной философии истории лелеют. Но у них не хватает фантазии даже придумать утопическое или антиутопическое будущее. У них есть только фантазия, как мучить и убивать. А это долгосрочно работать не будет. И они смертны оба. И недолго им осталось. Як ты написал этим одним из первых текстов, что сапраўды то, что отбылося в 20-м годе, не чекал никто. В тым ліку, я думаю, ніхто з нас, беларусы, просто памятаюць выборы 15-го года, які амаль прайшлі незаўважна. Нішто не прадвяшчала, што нешта зменіцца до 20-го года, але тое, што прынёс 20-й год, здзівіла усіх. Тым не менш, сёння все стаіць на нейкай такой зацянутай паузе, як ты кажаш, у пілотным такім рэжыме, пыжыме самазахавання. Але што нам усім дае надзею? Нам всем дает надежду Украина. Они же рубят их и порубят всех их. И не будет свободной Беларуси, не может быть без победы Украины, поэтому вся Беларусь, в том числе и здесь, в диаспоре, в диаспорах, вся с первых же часов вторжения войны включилась в помощь Украине. И самый первый пункт сбора вещей для Украины и отправки машин в Украину в Берлине произошел вместе на складе белорусского диаспоры разом. То есть это не случайность. И первые недели и месяцы
мы помогали как бы украинским коллегам все это организовывать, легализовывать и так далее. То есть и это все не становится меньше. То есть помощь продолжается, и все знают, что белорусы помогают не только деньгами и своими какими-то дискурсивными возможностями, но и дерутся там на фронте вместе с украинцами и перемалывают это зло. Еще одно питание, которое, мабуть, я мусил задать перед тем. У белорусы часто задаются питанием, их шукают болючие отказы на то, что отбылось в 2020 году, и то, что отбылось как реакция на ее такая жесткая, страшная, драматичная. Часом задается питание, ці оно было того варте, ці добре было просто, каб ось не было такой конфронтации, а протягивалася некая такая довольно либеральная эволюция, и белорусы б набирали силы, а после б неяк до нечего пришли и уже сами вырешили свой лёс. Так ось питание, ці оно было варте и чому? Мне кажется, однозначно да, потому что все в смысле, на вот такой ценой. Да, и мне это полная спекуляция, но мне кажется, что если бы не было 2020 года, то русские бы напали на Украину вместе с белорусами. А это он почувствовал шаткость своей по-любому нелегитимной власти, и на такой, и которая расшатала даже его авторитеты и в тех кругах, которые ему подчиняются и лояльны к нему, но он на этот шаг не решился. И только дал использовать землю Беларуси для этой войны. Но сами белорусы в Украину не вошли. Мне кажется, они бы вошли, если бы не было 2020 года. Но это невозможно доказать. Я на заключение нашей презентации прочитаю апошні абзац книги. Гэтая книжка не мае конца, ды яго пакуль не можа быць. Яна сыходзіць у друк и будзе пісацца далей. Колькі пройдзена? Паўдарогі? Траціна? Толькі пачатак? Хочацца хутчэй. Трэба назапасіцца цярпеннем. Усе вельмі засумавалі па радасці. У беларусаў на запаветны дзень прыхавана бутэлька шампанскага. Мы ў жніўні купіць не паспелі, а потым пачалася бяздомнасць, перабежкі з адной часовай кватэры на другую. Але гэта, я думаю, не бяда, бо калі яно здзейсніцца, заставацца дома будзе немагчыма. Мы ўсе выйдзем на вуліцы са сваімі шкляначкамі, і нас абавязкова хто-небудзь пачастуе. Я хачу падзякаваць аўтару Генриху Кіршбауму. Вам всім раю эту книжку набыть, вот там она еще есть, я думаю, вам бы еще хапило. И до новых встреч, махчима, до новых книжек. Дякую. Дякую, Сергей. Дякую вам.